Всем приветики. Как и обещал, пришли четки, снова про четки. Значит, Агатова из Одессы, товарищ Фокин Максим, наконец-то соизволил их доделать. Вот, платить-то я уже оплатил. Вот, сейчас посмотрим, что там приехало. Вот, да, конкретно тут запаковала. Нет, еще мало. Так. Ох ты, елки-палки. Ну это как Алиэкспресс. По-взрослому подошли. Так, вот. Еще это не все. Вот. Значит, вот такие четочки. Сагата. Сейчас мы это дело открываем. Достаем. Вот, значит, что, не настраивается? Вот, двойное идет, как я и хочу, двойное идет. Так, вот они. Красивенько играют. 14 получается миллиметров. Так. Вот. Что-то я смотрю, плохо настраивается. Вот, вроде настроилось. Граненые. Значит, просил его, чтобы было. Вот. Сделал он капроновую нить. Все это дело просверлил. Вот. Здесь попросил его убрать кисточку. И вместо кисточки, чтобы хотя бы не три, пару камешек. Вот эта нить видно, то есть, чтобы она не порвалась. Немножко играет. Да, вот так будем перебирать. Все, ну это да, это уже мой. 12 мало было. Раз, два, три, четыре, 10 камней. Раз, два, 3, 4, 10 камней. И здесь 1, 2, 3, 4, 10 камней. И между ними маленькая. Ну, я, как уже писал, молиться я по них не собираюсь. Я молиться и так могу. Ну что, мне нравится. Максимушке спасибо. За долгое ожидание, то, конечно, стоит того. Чистый агат. Обалденная вещь. Вот. Я доволен и счастлив. Теперь дайте мой фейк алиэкспрессовский за 5 центов, как говорится. Да. Вот этот фейк, который все знают. Да, это вообще ёлы-палы. Второй фейк. Второй фейк тоже мой, все знают. Вот эти дураконы. Ну, слово дурак больше ничего не скажешь. Вот. Это ужас. И теперь сравните натуральный агат. Это ж небо и земля. Все. Всем спасибо, кто с нами. Вот, лайки, шмлайки, я ничего не прошу. Вот, кто хочет сам поставить, подпишется. Все, прошу любить и жаловать. Одесса, мама, как всегда, на высоте. Все, всем пока.